Я всех приветствую на моем канале. Меня зовут Элина. Сегодня, девочки и мальчики, я вам хочу показать о своих небольших покупках из магазина Фикс Прайс. Может быть, для кого-то это не новинки, но во всяком случае в наших магазинах это были новинки. С чего я начну? Ну, вот это, конечно, не новинка. Как всегда, я покупаю вот такой гель для стирки белья. Мне очень нравится этот гель. Он бюджетный, он хорошо отстирывает. Этот гель Black и Color. Я так понимаю, так называется, поэтому его можно стирать и как темные вещи, и также в цветные вещи. Мне очень нравится. Ну, не знаю, во всяком случае, девочки, гели для белья, которые я все покупала в Фикс Прайсе, они очень-очень достойны. И, конечно же, не могла пройти мимо вот этого кондиционера. Я его всегда покупаю. Это бюджетный, хороший кондиционер с прекрасной одушкой, поэтому тоже его взяла. Дальше, девочки, я не знаю, но у нас, во всяком случае, это новинка. Вот такая штука, это идет пропитка для кожи, замши, ноутбука, водоотталкивающая. Вот, появились у нас в нашем Фикс Прайсе, до этого я их не видела, поэтому очень хорошая даже покупка. И, конечно же, к этой пропитке я взяла дезодорант для обуви. Здесь даже пойдет какая-то, да, цитрус с ароматом цитруса. Там еще какие-то были ароматы. Ну, я взяла первый попавшийся, думаю, какая разница. Вот именно с ароматом цитруса, скорее всего, будет и нормально. И еще, конечно же, взяла вот такие батарейки. Я постоянно их беру, они тоже бюджеты, поэтому в семье все пригодится. Все, с этими покупками для бытовухи закончим. Дальше, из продуктовых покупок, что я купила. Конечно же, не могла пройти мимо вкусной вот этой соли. Эта соль идет, там было двух видов, она идет иодированная, с чесноком и зеленью. Очень классная, вкусная соль. Кто не покупал, обязательно вам советую купить эту соль. И вы увидите, как преобразится ваша пища. Она станет вкусной, насыщенная и ароматной. Поэтому мне эта соль очень нравится. До этого что-то я не видела, а тут она появилась. Ну и, конечно же, не могла пройти мимо вот этой черной карты, кофе. Постоянно это мы кофе берем. Нам нравится по утрам заваривать в чашку или даже просто варить из этого кофе. Чудесное кофе. И еще, девочки, появилось вот такое кофе растворимое, это арабика, тоже у нас не было, тут и у нас появился натуральный растворимый сублимированный кофе арабика, вот посмотрите, тоже прекрасно, я думаю, что нормальная покупка. И еще вот ходила, смотрела, это, наверное, одна я не смогла пройти вот эти вещи. Девочки, я купила вот эту мочалку. Я, конечно, их периодически меняю, потому что их нужно менять. Они же, ну, как бы мораются, и вообще там запах появляется. Вот такую прекрасную мочалочку я себе купила. Да я даже помню, что не первый раз приходила в Фикс Прайс. Всегда посмотрю на нее, потрогаю, потрогаю и ухожу. Думаю, ай, ладно, у меня же есть. А тут просто вот взяла вот такую мочалку. Как говорится, в хозяйстве все пригодится, поэтому хорошая мочалка меня будет радовать. Ну и, конечно же, не могла пройти без геля для интимной гигиены. Постоянно его беру, мне нравится, с кокосом и молоком. Из новиночек, девочки, у нас появился вот такой органайзер. Там были разные расцветки, была розовая, была синяя и был вот такой мятный. Он в один, кстати, лежал и просто, наверное, меня ждал. Вот такой органайзер. Сейчас я вам покажу. Он открывается, ну, это как сумочка. Очень хорошо, удобно в поездку. А для чего я взяла его? Я, скорее всего, буду в этом органайзере держать свои косметические новинки или продукты. Очень даже удобно. Вот сюда сложил, положил. И все это, и забыл про это, что у тебя не существует. Поэтому смотрите, какой чудесный. Это как бы сумочка, дорожная сумочка, ее можно, ну, да, вот. А я ее организую как под органайзер. У меня здесь будут храниться мои косметические запасы. У меня, конечно, не так уж много запасок, в отличие от многих девочек, но, тем не менее, они у меня присутствуют, эти запасы. И я их буду хранить вот в таком красивом... А как они это называются? Я все называю органайзер, органайзер. Я даже не прочитала, что здесь вообще написано. Это косметичка. Да, девочки, это, оказывается, вот такая большая косметичка. Но у меня здесь будут уходовые средства, лажи, храниться, и поэтому
Я очень-очень довольна этой своей покупкой. Ну, конечно, жевательные диски Аура, они хорошие, мне они нравятся, бюджетные, поэтому постоянно их покупаю. И еще, конечно, не могла пройти мимо Max Fresh, вот такая зубная паста со освежающими кристаллами, новинка экстракт свежести. В 10 раз дольше ощущение свежести. Вот такая зубная паста. Так, и еще, девочки, конечно же, купила я тут кремушки, или как крема правильно называются. Взяла два вот таких крема, я уже не первый раз их беру, мне они нравятся. Я их просто обогащаю витаминами, обогащаю маслами. Вот такой крем идет, это идет у нас увлажняющий, и вот такой питательный крем. Хербари, вот. Мне они, эти кремушки, очень-очень нравятся. Поэтому я взяла, потому что у нас сейчас поступили холода, дожди, пасмурно. Поэтому этот крем идет питательный, алоэ вера. Я сюда буду добавлять и витамин А, витамин Е, буду масла добавлять. И из этого крема у меня получится очень хороший, великолепный крем. Могу даже и ручки ими смазывать. В общем, короче, мне вот это делать свои крема очень-очень нравится. Вы это уже заметили, процедура. Так, дальше еще вот такой крем, у меня уже один кончился, лежит в пустых баночках, и на смену ему я приобрела еще новый оливы и авокадо, крем для рук и тела, очень хороший, девочки, крем, замечательный. И еще там появились вот такие новинки, очень много их было, разноцветных таких кремушек было. Я взяла экстракт камелии, розовое масло, аллантоин, крем-уход для рук, интенсивное питание, защищает и восстанавливает от сухости и шелушения, ноль красителей. Витаника, вот такой производитель Витаника, там их много было, наверное, трех разных расцветок, но мне вот приглянулась вот такая розовенькая расцветка, она более летняя, веселая, поэтому я этот крем взяла на работу, буду использовать. И, конечно же, взяла, так как я уже вышла на работу, иногда езжу в транспорте, поэтому взяла гель для рук с хлоргексидином, вот такой гель для рук с хлоргексидином. Ну, конечно, сейчас уже наступила такая пора, что нужно обязательно защищаться. И руки защищать, и все защищать, и лицо защищать от ветра, от дождей. И еще, девочки, у нас появились вот такие чудесные расчесочки. Она идет деревянная, там еще другие были модельки, но мне почему-то вот эта модельчика приглянулась, понравилась, потому что у нее деревянные основы, и вот эти такие тоже деревянные, смотрите, какая расчесочка. Стоила она, по-моему, да, 149 рублей она стоила. Вот, очень мягкая, поэтому сейчас при вас челочку свою подчешу, а то она у меня какая-то невзрачная. Может быть, даже и на работу вот такую расчесочку оставлю. И еще, девочки, я взяла что-то, ходила, но для нашего фикс-прайса это показались и новиночки. Взяла вот такие две масочки, хочу их протестировать. Одна маска вот такая, это идет черная пузырьковая маска с аминокислотами, массажный эффект увлажнения. Интересно, что значит массажный эффект увлажнения. Вот хочу вот эту масочку вот именно вам протестировать и сказать. Но я думаю, что она мне понравится. И вторая масочка идет. Глубоко увлажняющая тканевая маска. Вот такая идет. Уже у многих я видела такие масочки, но я как-то их ни разу не покупала. Маска для лица на тканевой основе с гиалуроновой кислотой. Глубокое увлажнение. Вот такие масочки я с вами протестирую. Ну все, девочки, забыла. Самое главное, вот сижу и смотрю. Самое главное, зачем я туда пошла и забыла вам про это сказать. Но сейчас вспомнила. А самое главное, девочки, я купила вот такую вкусняшку. Появился у нас Шоко-Барокко. Это юбилейный шоколад Шоко-Барокко. Присмотритесь, у нас на работе девочка одна купила, нас угостила, очень-очень вкусный, это идут печенье Шоко-Барокко, очень-очень вкусное, у нас на работе девочка купила, принесла, нас угостила, очень вкусно, девчонки, попробуйте, действительно, что здесь еще имеется, я же взяла две пачки,
Печенье юбилейное, шокобарука с молочной, шоколадной глазурью. Вот именно за одной печенюшкой я туда пошла, чтобы купить. А в итоге приобрела кучу-кучу. Вот это вроде надо, то надо, все надо. И бытовая химия вся закончилась. Поэтому это очень удачный магазин. Спасибо вам большое за внимание, кто наконец-то до конца досмотрел мое видео. Желаю вам всем приятных выходных.